отдельный развлекательного портала «Помидорка за решеткой». Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштиев Дмитрий, а перед вами Авелина де Гранпре. Ассасин в Новом Орлеане. У нас очень-очень-очень сильно поднята известность. Нам нужно посрывать... Ах ты ж, блин, исчезла. Нам нужно ее понизить, посрывать... Тихо. Посрывать плакаты, поубивать... свидетелей. Но я не вижу ни свидетелей, ни плакатов. Что меня чутко расстраивает. Давайте здесь поднимемся наверх и синхронизируемся. Давно я пробегая мимо этой церкви, думал об этом. Ну и мы наконец подходящие для этого личине. Личине ассасина. Блин, как же она это круто делает. Не знаю почему, но прям выглядит гораздо круче, чем ее собратья по серии. Ну и впервые в серии... О, подождите, а это что? Подкупить чиновника. Тихо. Впервые в серии при синхронизации прыжок вниз доставляет еще и эстетическое удовольствие, наблюдая за ассасином, летящим задом к экрану. В сток сена. Полторы тысячи, ну ничего себе. Серьезные сундуки у них тут. Не поспоришь. Какое у меня оружие? Руки, блин, нормально. Понятия не имею, как это меня сейчас не видит никто. Да и стены голые абсолютно, без стражи, без никого. Странно, что местная казарма не отправляет никого на стены. На стражу города. На патруль там и так далее. Здесь я... Здесь я спущусь. Да ладно вам, ребята, вы не хотите этого, я вам клянусь. Ничего себе. При помощи UX, а затем убейте их, нажав кнопку А. Фух. А, ну давай так. Пошла, родная. Минус один. Минус второй. И выстрел. Эй, там был пистолет. Ладно, можно и так. Я думал, она пистолетом его загасит. С того дня, когда Авелина избавилась от губернатора Даабади, прошло 2 года. За это время она не нашла ни следа человека по имени де Феррер. Но его планы до сих пор угрожают населению Нового Орлеана. ...1765 год, болото Дельты. В Дельте тайн не меньше, чем опасностей. My student. The hornet's nest grows. I retreat to safety, the better to observe and strike. I require your assistance. Use your gifts to follow my trail. May the lower guide you swiftly. Гады.
Ищите подсказки, Агаты. Сейчас найдем. В лавке портного доступны новые предметы. И у контрабандиста. И у торговца оружием. Есть. Найти вторую подсказку. Хорошо. Но как она поняла, в какую сторону идти от этой? Королева болот. Отличное просто достижение. Звание на всю жизнь. Еще одна маска на дереве. Найти последнюю подсказку. По болотам не очень прикольно было бы лазить. А вот по деревьям все довольно просто. Так, где-то здесь должно быть. Вижу. Это последнее. Агата где-то тут. Лоа ведут тебя. Вот она, Агата. Agate, you wrote of the enemy? Yes. Deep in the bayou, a dangerous imposter spreads real roots. He calls himself François Macandal, my own mentor. The leader, the priest, the brother, to whose cause I devoted my life. He was put to death by fire. I failed to prevent it. Who is this imposter, and what are his affiliations? This you will need to uncover. But first, preparations. François Macandal was an expert in poisons. This blowpipe was his. A fine weapon. A single dart blown from a distance will fell a man. You may use this to your advantage, if you approach in stealth. Вообще красота. Обожаю я эти дротики на самом деле. Быстрый яд. Так, удерживайте, чтобы нацелить оружие. Нажмите Б, чтобы снять прицел. Как мне туда забрать? Да, забраться. Ладно, попробую. Залезть, говорит, на ближайшем дерево. Вот я на ближайшем дереве. Нахрен я туда. Мне кажется, по самому дереву нужно лезть. Да, так оно и есть. Вот, и опять на фоне никакой музыки. Чисто тишина, природа, болото. Убили, спрятались. Из стога сена тоже? Можно стрелять, да? Так и есть. О, полная синхронизация, выполните задание за две минуты. Красота. Агата, ты где? Бляха, он наверху. Хм,
Да, он наверху. Тогда что здесь? Ничего интересного. Что-то типа погреба, что ли? Ну и как мне забраться наверх? Давайте искать. Давайте искать дорогу. А, все оказалось гораздо проще, чем я думал. Что было довольно логично, собственно. Сам Агата же как-то должен забираться туда, где он живет. Этого строения, несмотря на его величие, да, на его высоту, не было видно издалека. Хотя я не особо заглядывался, но все же. Так. Еще выше. Охренеть просто. Зданица. Самое непонятное для меня это то, что мы сейчас заберемся на самое высокое дерево на болоте. Значит, все остальные деревья будут ниже нас на порядок. О, блин, да, деревица. Хотя здесь лес редкий. Срисовать местность все-таки имеет возможность. Авелина. Я боялся, что когда мы поднимемся, мы увидим только макушки других деревьев. Но нет. А шла родная. Охренеть, и все, и нет Авелины, потому что сломан позвоночник нахер. Сейчас будет задание. Я уже забыл, как его зовут. Нашего учителя. Знакомство с контрабандистами. Поближе познакомьтесь с болотами Дельты и их обитателями. The false Macandal gathers followers. They attempt to overtake smuggling operations on the bayou. To finance what, I cannot say. There is a smuggler. A woman named Elise Lafleur. She knows every bog and tangle of the swamp. Perhaps she could be persuaded to help. I'm sure I can motivate her. Good. When you get to Macandal, use your darts to approach. But remember, you will need to complete your mission using more direct means. Принцип убежище контрабандистов. А где она, ё-моё? Я надеюсь, у нас получится убедить ее сотрудничать. Просто если... Опа, тихо. Отравление есть? Здравствуй, дядь. Не знаю, зачем я тебя еще и убил после этого. Можно было вообще игнорировать его и пройти мимо. Поселение какое-то полуразбитое. Лагерь контрабандистов. We offer two choices. You give up the river, or we take the river. Or you suffer before you die. Three choices then. You dare threaten me?
You bracket-faced parasite, I've no more claim here than the dung beetles. You'd best heed the lady. We have you outnumbered. Look around, old man. Your hired hands will flee at the first sign of trouble. Aye, but the lady's temper alone could take on an army. And the swamp is no friend of yours. Да и я помогу. Убить одного стражника. Десинхронизация. Почему? Я думал, сейчас стартану, выстрелю дротиком и начнется месиво. А, незаметно убить бандитов. Нужно 3 бандита убить незаметно. Понятно, тогда ты первый. Забираешься отсюда. Может так? А так забирается. Где мне искать еще 3 бандитов? Ну понятно, одного все-таки с той стороны надо обходить и убивать. Остался последний. Всех убил я в итоге. Who the hell are you? A fine display of gratitude. I'm no enemy, if that's what you fear. I fear nothing. My name is Aveline. I seek the leader of these men. He calls himself François Macandal. You seek him? To what end? A final one. Ah, then you are my kind of woman. Name's Roussillon. My partner in crime is Elise. Though, I've heard her called otherwise. Will you help me find Elise? Hey, no one knows these waters as you do. In return, I'll restore your control of this territory. I've built... We've invested years of work in this camp. Why would we need your help? 4 reasons, right there. Yeah, would you not prefer 7. To move your wares freely? If you think there's only one base, you really do need me. Those louts are spread out thin as swamp gas. It's settled then. Elise will help you find the blighters. Мне кажется, решился этот бородач, а не Элиза. А вы как думаете? Что-то мне подсказывает, что именно так оно и есть. Так, сначала продавец. Добрый день. Да, мои припасы. Хорошо, спасибо. Малое оружие. Говорят, есть новое какое-то. Нет? Нет, часы с гравировкой. Давай их тоже возьмем. Еще один предмет для задания. Один и карманные часы. Так, мне нужно залезть на это дерево, что ли? Что, с дуба рухнули? Ладно, погнали, Эвелина.
почему нет? Офигеть. Не-не-не, вниз слушай, не смотри, просто лезь вперед и все. Охренеть. Я увидел там гнездо, но это, собственно, не удивительно. Еще одно очень высокое дерево на болоте. Давай-ка так. Непонятно. А, вот. Наконец залезла. Отсюда и будет синхронизация. Да, прямо с гнезда. Жесть. Местами похлеще Конора, да? А куда прыгать будем? А, вон, вижу. А, жесть. Так, денежки я немножко потратил. Надо бы также немножко их вернуть. Здесь есть сундук. Я его опустошу и заберу себе. Уверен, хозяева не будут против. Да бляха, где здесь забраться-то можно? Да я не понимаю. Ну хоть как-нибудь где-нибудь зацепись. Видимо, отсюда забраться надо, но вот здесь тоже надо найти, блин, это место. Застрял. А, в кусты она не идет, все понятно. Вот оно как. А. Что-то в тебя просто насиловали втридрыке. Ну, это, по крайней мере, интересно. То есть не просто подняться на возвышенность и забрать денежку. И то хорошо. Ладно, все, можно отсюда прыгать. Ничего страшного. Что это за иконка? Типа лодка, что ли, или что? Нихрена. Что за иконка, реально? Ха, и правда лодка. Слушайте, я и соскучился успел по этой штуке. Ну, погнали, Авелина. Вспомните? Эцио, Венецио. Не будет никакого нападения крокодилов там и так далее. Там справа какой-то патрульный идет. Он нас не заметил. Недальновидный парень. Надо покидать каноэ. Did you bring a canoe? Or do you expect your gentle breeding to keep you from the alligators? Best take one of mine, then. Блин, я ж к тебе на каноэ подплыл. Что ты будешь делать, а?
Ладно. Не отдали отца этой Лизы, да я стараюсь? Even slavers are called merchants. Why can my title be Queen of the Bog, Protector of Innocence, Paddling Instructor, and Champion of Trade? Too long to fit on a wanted poster. Tell me, when did your troubles with Macondale's men begin? About the same time the Spanish governor arrived. Just a big old coincidence, I'm sure. Oh, тихо. This is as far as the water will take us. Понял тебя. They set up their base around a wrecked ship that ran aground not far from here. The other base is a little further along. There. У вас тут Годзилка рядом проползала. I'll check out this base. You scout ahead. Oui, oui, mon capitaine. Я говорю, Годзилка сзади. Да-да-да, и я думаю, что что-то тут не то. Да, я нажал не ту кнопку. На. Да, бляха, опять нажал не ту. Я все хочу ударить ее. Отцепись. Давай еще разок. Херак. 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 Еще разок. А, нет, все. Glad I didn't put money on that fight. What a last. And barely a scratch on you. Now here's a pretty prize. An alligator egg. It's an alligator. Take it. You've earned it. А, вот она. Найдено яйцо аллигатора. Для чего оно нужно? A woman among reptiles. Takes one to know one. Why, that it does. Right then. If you don't run the bastard through right here, I'll meet you at the next base. Соберите все яйца аллигаторов, чтобы получить... Чего? Я... Не увидел, не услышал. Слугу колдуна и его приспешников. За 3 минуты. Мне нужно мачете и пистолет. Даже нет, не пистолет, а бомба. Иди сюда. Раз, два, три, четыре. Мачете жжет просто. Вот и все. Такой маленький пистоль у нее. Деньги, дымовые бомбы, порох, порох и пули. Отлично, все, что потратил, все. Все вернул. Бляха. Тут снизу надо заходить. Да. Что в письме? My faithful acolyte, the day of the sacred ceremony draws near. I am in want of nothing but more men to join our ranks. Gather the faithful and await my word. О, да, он собрал. Так. Ну давай, родная, пошли.
Я здесь не проплыву. Никак бы не проплыл. А что она сказала? Будет ждать у следующего лагеря или что? Очень похоже на то. Так, да, я вижу еще одно место, где можно синхронизироваться. Мы сейчас будем туда подниматься. Похоже на то. Только как? Это еще надо понять. Вот на это дерево, наверное, а дальше справа куда-нибудь пройдем. Или нет? Нет, мне кажется, на то, на высокое дерево. Но как? Молодец! Ладно, в баню. Просто в баню, не хочу сейчас заморачиваться. Мне и так нормально. Да, впереди лагерь. Здравствуй. Still in one piece, I see. What did you find? A letter from the coward Macandal. He's preparing a ceremony. Voodoo? Yes, but to what end? Power? What other end is there? Show him you've got the spirits at your back, especially the mean ones. And people do most anything you say. There's your real magic. Согласен с тобой. Следовать за Элизой придется недолго. Лагерь контрабандистов реально рядом. It's that way, well hidden in the trees. Не контрабандистов, а этих бандосов. Wait, I recognize those men. They're escaped slaves, hired from Saint-Angers. The shanty town? Oui, though it barely deserves the name. A cramped, miserable place. The men I saw at your camp, they were from Saint-Angers? Oui. Roussillon wasn't too happy when I hired them, but he got used to the idea. Please, you can't hurt them. It goes without saying. Best of luck, then. Go. I'll be at the office if you need me. Я буду, говорит, у себя в офисе. Так, хорошо. Все сделано скрытыми клинками. Не убивайте никого, кроме слуги колдуна. Дойти до тропы, ведущей в лагерь. Все нормально, друг. Почему она не садится, я не понимаю. Идите в баню. Почему она в кустах не садится? Я ж в кусты зашел. Села просто и все. Или из-за того, что красненькие они уже. Давайте по воздуху пойдем. Отличная работа. Как только они перестают делать все интеллектуально. Не интеллектуально, а все. Просто появляются какие-то выпендрежные системы в прыжках. Появляется корявость. Безлюдного места проследить, блин. Пойди попробуй тут проследить. Вот видишь? Видите, она не садится. Все. Хана. Десинхронизация. Или нет? Убить слугу колдуна. Нет, десинхронизации нет. Все,
Все, меня потеряли. Каким-то немыслимым образом. Обыскать сундук. Их вообще не волнует, да, то, что там труп лежит. Да чтоб тебя. Я не собираюсь тебя убивать. Не-не-не-не-не-не. Мне кажется, если я их без оружия просто вы... нет. Все-таки убийство. Мне показалось, если я без оружия херану их, то все будет хорошо. Еще и с вами привать, начать... С контрольной точки, да. Так хорошо и шли со 100% синхронизацией. Ну его нафиг прерывать это. Здесь тем более это легко. О, загрузился и просто сразу перед сундуком. My faithful acolyte, preparations are complete. Our ceremony will take place on the eve of Saint John. Assemble Иванова ночь. Иван. Ну, а то, что ночь святого Джона, это как бы Иванова ночь. Там, по-моему, в один день, ну, вот это все происходит, то есть в одно время, но... Иванова ночь. Почему? Ай, ё-моё. Не-н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 е. Почему не сказать? А, в сноске сделать информацию, что это один день с Ивановой ночью. Но это наши локализаторы уникума. Зачем? Непонятно. He has balls of steel. Et puis? Where is Elise? My company doesn't satisfy you? Oh, I am hurt. Pray, tell me what you found. I'm as good a confidant as the lady, I swear. It's not a confidant I need, but an informant. Macandal is holding a ceremony on St. John's Eve tonight, but I don't know where. I know who can help, and you can help me in return. There's a witch doctor in Saint-Danger, the eyes and ears of the bayou. I sent Elise to him with supplies, but she forgot this. So hard to find honest criminal help these days. Give him this. With his trust, the secrets of the bayou will be yours. Thank you. By the by, come back when you are done. I have a job or two that could use a woman of your caliber. And some work as well. Да уж. С этим делом закончили. Я думаю, продолжим мы в следующей серии. Мне кажется, он какой-то такой непростой дядька. Есть в нем такая какая-то паршивая жила. Напишите, что об этом думаете, только не пишите те, кто проходил на PS Vita, не спойлерите, просто свое мнение выскажите, будет интересно почитать. Ну а всем остальным пока, и спасибо за лайки, комментарии и подписку. Удачи!